Руководство города, депутатский корпус и неравнодушные бобруйчане возлагают цветы к вечному огню. 1 мая объединяет тысячи человек. Традиционно в Еловиках открывается велопробег. Сюда приезжают дружными семьями и целыми коллективами, даже если железному коню 75. Для меня 1 мая обратно остается праздником моей эпохи, праздником моего детства. Мы регулярно на Белчине устраиваем велопробеги. Хоть небольшие, не масштабные, но устраиваем. Едем по местам боевой славы, приезжаем по значимым местам города Бобруйска. Открывают сезон не только велосипедисты, но и лыжи-роллеры. Спортивные снаряды используют при подготовке биатлонистов. В колонне передвигаются и на самокатах. Полный маршрут – Минская, Карбышева, Бобруйск-арена, протяженность 7 километров. У нас строится в городе очень много велодорожек в этом году. Мы тоже откроем некоторые новые маршруты. Так что у нас для развития этого вида спорта все в городе есть. Посыл на здоровый образ жизни в городе Бобруйске, он с каждым годом становится больше. Я от души поздравляю с праздником труда. Желаю всем, безусловно, чтобы реализовали все свои планы, все свои мечты. На финише участники велопробега и все, кто пришел их поддержать, выстраивают символичную фразу «Мир, труд, созидание». Флешмоб поистине объединяет. Очень круто то, что собирается много людей, столько семьями приходят, очень много людей вот с детьми маленькими. Вообще отлично, мне очень понравилось. Вы каждый год выезжаете? Нет, первый раз. Мы катаемся каждый раз, собираемся всей семьей, а тут еще тем более такое мероприятие. Как бы решили все вместе поехать, составить компанию всему городу. За здоровый образ жизни и Белтелеком. Благодаря инициативе компании в парке культуры и отдыха появляется новенькая воркаут-площадка. Турники, брусья, кольца и универсальная скамья для отжиманий. Настоящий тренажерный зал под открытым небом. Молодежи будет где позаниматься, где приобрести, так сказать, спортивную форму и держать себя постоянно в тонусе. Для деток очень хорошо. Вот у меня подрастающее поколение для этой площадки. Замечательно. Но, пожалуй, главным событием становится церемония награждения лучших тружеников, которые добились высоких результатов в работе. Почетные грамоты от профсоюза получают свыше 40 человек. Сотрудники Белшины, Таима, Славянки, Фандука, ТДИА и не только. Спорт самое главное для меня было в жизни. Участвовал во всех соревнованиях. И в работе тоже. Ну, рад, что сегодня было приятно, что меня поздравили грамотой от профсоюза Таима. Очень приятно, что я на этом празднике получила такую награду. Много лет мы празднуем этот праздник, 1 мая. Раньше это была демонстрация, на которую мы ходили вместе с детьми постоянно. Праздник – это труда, радости. После торжественной части – концертная программа. Художественные коллективы Дворца искусств радуют зрителей народными белорусскими песнями. На ярмарке изделия от ремесленников глаза разбегаются. Чего здесь только нет. Для гостей праздника также подготовлены фудкорт и тематические площадки. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.